О, нихера себе в натуре. Ой, так это как тогда у меня ёж попался. Ой, я не заражусь ничем. Лунки. Старые лунки. Что, он здесь, наверное, бурится пробовать? Тогда, наверное. Толстый? У меня тоже что-то кажет, но пока не берет. Может, плотва. Слушай, рыба есть, но не берет. Подходит, что-то нюхает. Да хер знает, не понял что-то. Да, что-то маленькое. Сейчас попробую блесну поставить сапариком. Если маленький будет, можно жерлицы поставить. Опа. Не знаю. Блин, плотва! Ты будешь плотву брать? Короче, все понятно, тут плотва. Ух ты, кто-то... А у меня кто-то... Не кто-то, а плотва. Ёрш. А? Царь. Блин, опять плотва идет. Ух ты, вот это не плотва, слушай. Походу, а может плотва? Блин. Ну вот будет. Чё такая крупная это? Почему не окунь-то? Плотва. Но с опарышем на подсадку. Короче, еще одну и надо искать окуня, блядь. Это не дело. Плотва мне не товарищ. Окуня надо. По крайней мере, плавал. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Блин, есть окунь, но не крупный, но это окунь. Блин. Сразу же поднялся, еще только балансир опускается, он уже с глубины увидел.
мелкий. Где крупный? Это уже покрупнее. Это похож на окуня. Это мы уже... Уй, блин! А! За ним кто-то шел еще здоровый. Да! Это она шла за ним. Скорее всего. Слушай, ну... Нет, может и окунь крупный. Я думал, оторвала, но нет. Но это был окунь так окунь. Окунь есть, конечно, но не столько много, как хотелось бы. Зато плотва на всех лунках практически берет, как с пулемета. Причем плотва такая крупная. Будем дальше искать окуня. Может, еще что-то найдем. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Да не знаю, там дерево лежит, походу, или ветка. Ну, вон тоже и... такая же полоса. Подымется кто-нибудь. Там в лесу, да? Да, вон кто-то пошел вверх. Да. Есть. И все. Так, толку там. Не хочет, несколько раз уже подымался, но нихуя не брал. Во-во-во, стартует, сейчас возьмет. Вот этот должен взять. Слишком уверенно. Ах! Ой! Что там за херня? Даже не почувствовал, что это. А ударил-то как взрослый. Крупный? Да. Пол воды практически стоял. О, нихера себе в натуре. Ой, так это как тогда у меня ёж попался. Ой, я не заражусь ничем. В натуре, смотри. Губы какие-то. Это от завода. Да? Скорее всего, ну. Здешний, да. А этот, это нормальный. Да. Хотя хер, смотри, вон у него желтый, вон тоже какие-то. Соложонок поднялся, главное тихонечко взял, падла. Так, скорее всего, коряга какая-нибудь, потому что у меня тоже тут показывает так. Или ловить в корягах, или над корягами. Над корягами можно увидеть, если будет подниматься. А вот в корягах уже ничего не видно по практику. Ё-моё! Какой же красный? Но... Это, наверное, от целлюлозного завода все-таки. Потому что вон какой странный. И вообще у него расцветка, как будто это не окунь, а ёж. Не похож на окуня. А еще почему-то у меня руки начинают щипать. Слушай, опять кто-то. Блин, это плотва. Не, а мелкая. Надо мелкую. Нафиг она вообще берет. Окуню бы клевали бы и норм. Причем там вон ее сколько пришло.
А может что-то даже и покрупнее есть. Непонятно. О, сразу же. Сейчас бахнет. Ух ты! Да блин! А вон рыбак пришел еще. Вот это покрупнее плотва, по всей видимости. Да. Хотя не мелочь. Эх, кто-то ударил. Ух ты, блин, кто там? А, так там ты сидишь, а я тебя даже и не чувствую. Маленький засранец. Я даже не почувствовал, что он сидит, блин. Покрупнее что-то. Вот это уже что-то покрупнее. Оп! Дэн! Да. Это получше будет. Смотрите какой. Вот это хороший. Вот такой вот очередной окушок. Хороший. Таких можно на филюху. Пошел. Опять мелочь пузатая. И опять. Нет, это нормальный. Вот там кто-то опустился за ним. Шел. Зацепился? Я еще и зацепил. Зацеп, чтобы цеплять. Да. Антизацеп у тебя есть? Тихо, стой. Да, за что-то цепляется она. Тяни вот в эту сторону. Сидит что ли? Блин. Сидит салага. Ну это пипец, конечно. Окунь пипец. Нифига. Да, вон он. Это он был, это он был. Это плотва. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет. Опять плотва. Не, окушок. Небольшой, но окушок. Нет.
Небольшой, но укушок. Пипец, вот это ударище. Жадный такой. Слушайте, пришел на старую лунку, опустил. Не крупный, конечно, но красивый. Но красивый. Сразу же поднялся со дна и бахнул. Ой, чуть еще и чуть и не ушел. А это говорит о том, что тут может быть еще быть. А ведь не показывает. Показывает коряжник только. Он из-под коряги выскочил. Мгновенно сразу же и бахнул. Ну не совсем грустно сегодня. О, Дэн там кого-то все тягает, тягает, тягает. Наверное, плотву долбит. Плотву сковородочную. Окунь. Да, это окунь там ходит. Но опять же, он не крупный. Не крупный. Но это окунь. Ушел. Попал-то я прямо в него, блядь. Поприятнее идет, поприятнее. Все, рыбалка идет к завершению. Окунь клювал, плотва клювала, но я не ловил плотву, я ловил на вертикалку блесну. Поймал 3 филейных окуней, остальные были все маленькие, отпускал. А Дэн вот наловил на мормышку целый пакет плотвы. Сейчас
Пойду посмотрю, сколько у него. Жареха у него будет, отменная. Гроза плотвы. Ох, ты еще нахерачил столько? Когда ты успел-то? Я вот такой вот. Есть плотва-то вообще нормально. Такую пожарить и завялить бы. Тут еще лежит плотва. А вы не переключайтесь. Всем ни хвоста, ни чешуи. И всем пока.